епископ Альберт Радкин. Альберт Радкин, пожалуйста. То, что, ну, то, что сегодня видно, большой-то вопрос стоит, а на чьей стороне Бог? Все же спорят, чьи молитвы он слышит? Да. Тех или этих, украинцев или русских? Это один вопрос. Это большой вопрос, который мы не обсудим даже здесь сегодня. И не знаю, найдем ли мы ответы на эти. Мы можем. Вопрос церкви в политике. Ну, как бы я услышал мнение, да, но у меня как-то так, другое мнение, да. Вопрос, который я вот обдумываю уже месяц, не знаю, как это родилось, я вдруг задумался, почему Христос, учреждая церковь, не нашел ничего другого, как взять общественно-политический термин «экклесии» правящего собрания и назвать свою церковь именно политическим термином, хотя мы вне политики. Другой вопрос, а почему церковь не политика, церковь – это люди? Президент Путин тоже человек и тоже церковь. И когда он заявляет Евангелие и начинает войну, да. Как ты, ну, получается, ты его отрезаешь, он не часть церкви получается. Церковь не должна быть в политике, а как же тогда политики? Мы отказываем им вообще быть членами церкви и частью церкви. Лишаем их причастия, всего остального. Вопросов много, но вот даже слушая, да, что значит церковь вне политики? Политика – это управление. Да. Мы сами, как возникли, да, политические системы, мы люди сами решили, что для управления этим обществом нам нужно... Это выбор, кого-то избрать более талантливым, мы будем своим делом заниматься. И мы дали эту власть этим же людям, мы учредили также государство. Сначала, наверное, это города были, ну, если рассматривать в истории. Полисы, да, всякие. Да, а наш отсюда и пошло, управление городом, если дословно. Да? Мы сами делегировали кому-то власть. Как этой властью распоряжаться, это другой вопрос. Сегодня мы то же самое, мы не можем сказать, мы вне политики, когда мы ходим на выборы и выбираем. Да. Мы выбираем всех, от муниципальных депутатов, да, и другой вопрос, спрашиваем мы с них что-то, пользуемся мы ли тем, для чего мы их выбрали, и являются ли они нашим голосом в той мере, в которой должны являться, да, вот местное самоуправление. То есть вопросов много, которых можно коснуться в этой связи. Но война и мир, церковь и мир. Военно-политические конфликты, как вот... Где она должна быть? Вот вы сказали, да, на чьей стороне Бог? Каждый идет. Это очень большой вопрос. Сейчас его везде все задают вопрос, там, кого Бог больше слушает, нас или украинцев. Тут конфликт называют, да, но конфликт, когда двое, да, а когда один жил мирно и знать не знал, что рано утром на тебя нападут, жил своей жизнью, не думал. Это конфликт или что это? Ну, конфликт, когда двое есть, спорят, доказывают, конфликт можно решать, ну, по-разному. Вы же отец, я извиняюсь, что... Если ваши дети начинают драться друг с другом, как вы себя чувствуете? Мы конкретную ситуацию все равно рассматриваем. Тут не отцовство уже, а живет, да, сын ушел из дома, живет своей жизнью. Никому он не мешает, никого не трогает. И вдруг приходит кто-то другой, да, вот этот мем, который сейчас гуляет по интернету, когда Бог Каину сказал, где брат твой? Я убил его. Зачем? А иначе бы он меня напал. Вот ситуация, когда, или там, пойду наверх сейчас, соседи морду набью, за что? Там, ну, есть такой даже уже шутка христианская. Зашел, позвонил в дверь, жену избил, мужа избил. Нет, ну давайте я... И нашел у них трубы. Они же могли меня залить сверху. Нет, то есть вопрос, как бы, должна ли церковь исследовать, что произошло, или церковь должна... говорить просто о вот этих нравственных... Церковь, опять же, люди. Вот кто эти люди? Мы с вами? Мы делегированы церкви? Или делегированы сегодня люди церкви на полях сражения доказывают? Простые ребята, простые солдаты и офицеры, которые тоже часть церкви. Это что же церковь? Мы их не оттолкнем. Политики – это тоже церковь? Или что? Или только мы, святые, вот кто ходит на богослужение, там поднимает руки вверх, хлопает, и только эта церковь? Мы отказываем всем остальным. В данном случае, наверное, имеется в виду священники и церковь с большой буквы. Тоже вопрос. Ну, понятно, да, как она возникла, да, все эти соборы, как они начинались. Как отход церкви был. Ну, тогда, получается, каждый человек своя церковь, нет? Ну, так как-то протестанты и формулировали это все, свое вероучение. Но если брать доконстантиновский период, все-таки церковь жила больше общинной жизни. Да, ну, у нас же есть Слово Божие, которое является таким фундаментом, неким глазом Божьим. И вот Ветхий, Новый Завет, он говорит о том, что Бог ожидает. Да? То есть вот какое-то завещание или, как сказать, послание к людям,
чтобы как жить. А так каждый человек скажет, ну, я с Богом, я с Богом. У каждого на бляхе написано «Бог с нами», mm-hmm. и давай рубать друг друга. И как нам быть? И потом еще, если конфликт, я чуть-чуть вмешаюсь. То есть конфликт, он же тоже имеет, как сказать, ну, временного, так сказать, пространства. Ну, к примеру, там, столетняя какая-нибудь война. Mm-hmm. То есть она когда-то началась, кто-то был виноват. Но потом прошел даже месяц. Это уже реальность, да, то есть ты не можешь сказать, а вот тот-то был виноват, поэтому, то есть, ну, понимаешь. Ну, когда значит, она закончится, все войны заканчиваются когда-то, и заканчиваются мирным договором. Я о другом, ну, допустим, там проходит 10 лет, война еще идет, да, то есть вот христианин, скажем, что он должен, то есть выяснять, кто прав, кто виноват был, или он должен начать учить там каким-то нормам же, морали даже. Говорили о священниках, сейчас просто о людях, да, христиане. То есть или церковь должна выработать свою позицию. Здесь речь о священниках, ну, наверное, о священниках, да, потому что вы правы. Но мы собрались же войны, как священники, и здесь именно обсуждаем с точки зрения, а вот как бы какую позицию занимают представители, да, официальные представители, да, церкви. И как нам быть, то есть. Один такой вопрос, который для себя я внутренне задал. А вот, ну, как нам жить вот в этой сложившейся ситуации? Сидеть отмалчиваться? Да. Нет, Господь сказал, если ты не скажешь, то ты будешь виноват. Мы должны что-то сказать. Сказать что? Мы за своих против чужих, а у Бога что есть? Другие дети? У него нет других детей. Или выяснять, кто 10 лет назад был прав, кто виноват. Да? Это вот очень, к сожалению, этим сейчас все мы и занимаемся. Да? Вот это вот как бы историчность суждения, включая там патриарха Кирилла, да, там, 1000 лет назад там Киев был там. Да, эти говорят, да нет, я вот это Арестовича тоже смотрел, ну как бы, то есть умный парень, да, как бы, ну, вот он давал кому-то там. Mm-hmm. Все это та же самая парадигма, то есть смысл тот же самый. Что вот русские, что они 500 лет, тоже там ММЭД. То есть та же вот, вот эта историческая парадигма выяснения, кто все-таки корень всех зол. Но вместо того, же... чтобы сказать, ну вот мы здесь и сейчас. Я лично не несу ответственность вообще никакую. Ни за Киев, мать городов русских, ни за москалей. То есть я, вообще у меня как бы генетика, она не славянская, у меня G2 там это. То есть, ну грубо говоря. Нет, то есть я как бы южный, я как бы казак вообще, то есть как бы я из Причерноморья, да? То есть я, грубо говоря, вообще в этой истории никак точно не участвовал. Дима-то вообще-то... Мы перебили... В итоге, я просто к чему веду, то есть, а все вот в той же парадигме, да, выяснить, а кто же все-таки начал конфликт, понимаете? Или мы должны от этого уйти и сказать, друзья... Речь о морали, речь о христианских нормах, и меня не волнует, кто начал там. Если бы вы подняли план, все равно же сказали, что это вопрос, надо подняться на ситуацию, рефлексировать. Мне кажется, простите, я тут вставлю фразу. Мне кажется, здесь дело не в историческом аспекте вопрос, а оценка требуется этому событию. И почему вот епископ Альберт вот и дает оценку, да? Еще не давал, но пытается ее дать. Подожди, он даст. В том плане, чтобы человек, чтобы окружающие люди поняли, ты на чьей стороне. Никого не интересуют исторические аспекты, что было 500 лет назад. Всех интересует, ты сейчас за кого? И вот дай оценку. Сейчас же тоже это уже история, понимаешь? Вот этот конфликт уже два месяца. Люди хотят идентифицировать. Ты уже в этой истории живешь. Да. Люди хотят идентифицировать тебя. Да. Ты за чьих? За красных или за белых? Ну, и поэтому просят тебе дать оценку. Я сказал, в конфликте человек ищет, кто за меня. Да, он да, не да. пойдет тем, кто против него. А Бог говорит о том, что говорим, восстановление взаимоотношений. Есть третий путь. Ну, например, мне ближе стать ходатаем, стать между одним и вторым. Это пророческий голос должен звучать. Так пророческий голос какой? Вот мы как раз об этом говорим. Остановить. Вот то, что сейчас занимается Папа Римский, да, вот за что его сейчас осудили, там они в Колизее должны. Да, что русские и русские его правильно понесут там что-то. Крест и принесут. Да. Вот за что осудили. Вот кто-то понимает, кто-то не понимает. Это тоже позиция. Позиция стать между сторонами, да. Те страдают, у них своя правда, там,
они защищаются, да, они не участники конфликта, они не затевали конфликт, они не ругались, не дрались, там, да, нас представляют агрессорами во всем мире, да, российскую сторону. И мне ближе все-таки третья позиция вот для священника. Угу. Я ее много раз заявлял, когда выходил и на все там, митинги с Навальным, с этим я всегда озвучивал, я говорю, кто-то должен стать между одними и вторыми. Кто-то должен. И мне кажется, что церковь должна, я говорил, давайте хоть там, я не знаю, Красные Кресты, все сумки, как в школе раньше, в Советском Союзе, там все Красный Крест, там девочки ногти проверяют, хотя бы эти сумки сделаем, я не знаю. Мы должны встать, тогда, может быть, Церковь должна встать? Мое мнение было такое, да. Я его придерживаюсь, что должна быть какая-то позиция. Нельзя давать власть имеющим, да, такую власть и силу, да, тем же ОМОНу, там, и спецслужбам нашим, там, дубасить людей, это молодежь, это дети, это мы одного возраста, там, мы знаем, у вас там, я смотрю в Калуге, там, училище этих ребят, которых учат, там, на них уже третий, четвертый курс, их одевают в эти космонавтов и запускают туда. Но это же такие же дети, это такие же будущие члены нашего общества. Неизвестно, выберет он этот путь, будет он работать как он там или не будет. Но у него уже психика будет сломана, когда ему дали такую власть. А что значит встать между? Практически это как выглядит? Вот практически, ну, мы и пытались вот выработать в рамках даже альянса, мы предлагали, и до сих пор стоим на этом, что должно быть какая-то служба военных капелланов и полицейских капелланов. Я изучал вот это, обычно работать, как заполиты работали, но это ж всегда кто-то должен обычно работать. Обычно капелланы, вот я наоборот, в каком-то смысле против, потому что капелланы, наоборот, они подталкивают. Нет, то есть они дают оправдание, вот нет, армия нет, находится, то есть иди в бой, все будет нормально. Это не капелланы, вы путаете священника. Забудь про страх, то есть как бы все, Бог с тобой, то есть ты просто сразу на небо идешь. Нет, это не капелланы. Вообще увлекается, наоборот. Это не капелланы. Нет, я просто спрашиваю, это не то, что... Там немножко другая. То есть, а капеллан что делает? Мир шагнул уже далеко, и я знаком с опытом, но почему украинцы очень много прошли обучение, очень много капелланов, которые просто служат, работают, вывозят людей, разговаривают с теми же военными, говорят им о... Ну, тяжело оставаться человеком на войне, но кто-то же должен это говорить. Не просто там твердить, там есть же Женевская конвенция, да, и мы должны правильно относиться там, к военнопленным или еще к кому-то. Ты знаешь вот о тех страшных событиях, которые происходят, может, у тебя кто-то там погиб. Как оставаться в это время человеком? Да? Как оставаться? Как воинам, тем, которые и там доносить, да, как Христос сказал, занимайся, чем ты должен заниматься. Не осудил его, да, не сказал брось все. Ну, одинерную работу себе найти, хотя звучат сегодня такие тоже призывы. Вот, но то есть, если мы видим Евангелие, все равно... Помимо как службы капелланов, еще что-то предполагаете? Предлагали разговаривать, ну, и с теми, и с теми. Ну, как-то с оппозицией есть больше разговоров, люди понимают все больше. А с провластными структурами ты везде натыкаешься на железную стену. Нам это не надо, это все. Там Запад, это сектанты. Хотя это что Запад? Часть психологической разгрузки. Кто-то должен с ними заниматься. О чем церковь может говорить? Смотри, церковь обо всем может говорить. Мы упустили, например, если в большом масштабе брать, мы совершенно потеряли священника-психолога. Нету. Сейчас мир взял эту специальность, психологи, люди ходят и все. Хотя психи, душа – это первое, чем должен заниматься нормальный священник. Uh-huh. Разговаривать с человеком и направлять его на путь истинной жизни, да, или на правильный путь. Uh-huh. Работать с его душой. Мы упустили. Вот для меня сегодня церковь – это церковь, как бы, постоянно что-то догоняем. Мы дали этому миру многое, мы потеряли это все, и пытаемся сейчас доказать, а это наше. Школы – это мы, христиане придумали, это университеты – первые христиане. Почему? Там, отношение к бизнесу, там еще к чему. Ну, науку, да. Науку, да. Альберт, в чем ваше мнение третье, если мы все, наверное, соглашаемся с тем, что церковь должна нести в мир евангельские ценности, говорить, благовествуя, заботиться о душе. В этом конфликте я сейчас спорим. Давай конфликт вводим. Да. Прозвучало первое заявление Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Давайте предложим обменяться пленными, чтобы церковь. Мы сделали заявление, да, там, это Кириллус, там прозвали, разговаривали с этим.
Пошло, не пошло, это другой вопрос. Но должна быть какая-то позиция, позиция у церкви, которую, ну, я не думаю, что мы сейчас здесь выработали ее какую-то. Конечно. Но хотя бы начнем говорить, проговаривать какие-то смыслы. Ну, в этом и есть смысл, да, что как бы начать вырабатывать какую-то здравую концепцию. Что мы можем сделать, если у нас нет власти остановить войну? Что мы можем сделать для людей? Власти остановить войну в церкви не было в течение 2000 лет. Никогда. То есть сейчас уже быть наивным, думать, что мы сможем. Но при этом мы должны что-то делать, да, или просто как бы убегать. А слушай, ты исторически сказал интересную мысль такую, знаешь, что церковь одна была, не было расколов, разделений. В один год князь там Владимирский пошел, сжег Киев, в другой год этот князь. С кем был Бог? С кем был Бог? Через бритву он слушал. Как они все это решают? Пойдите в Третьяковскую галерею, вот, и там как раз вот это домонгольская икона. Домонгольская икона. И там, допустим, сражение новгородцев, например. Русских с русскими, да? С ростовцами. Вот, если писал типа новгородской, как бы, иконописец, там ангелы на стороне новгородцев, и они рубят этих ростовцев. Вот здесь же ростовцы, нет, ангелы наоборот, и они рубят этих, понимаете? Да? Это как бы в сознании вот русских, то есть воевали русские только с русскими. То есть в течение вот, до монгольский период, до монголов, постоянно была как бы резня, не просто она вот постоянно, она, то есть она как бы вот, реально ежегодно вырезались города. Слушай, вот. Маленькую просто ремарочку по Третьяковке, потом передам, да. Как-то позвонили с этого города, там очень важные люди приехали, говорят, сможешь в Москве встретиться, отвезти в Третьяковку. Я с Калуги сел на машину, встретил в аэропорту, все там гуляли, все с Третьяковкой, американцы. Такие очень известные, потом надо было сидеть переправить на конференцию. А вот, и я ходил с ними в Третьяковке. Ну, бывает, ты вот водишь сам в кого-то в музее, в эти. И потом они мне такие говорят, какая печальная история у русского народа. Смотря на наши картины, одни войны, одни страдания, одни там дети какие-то, бурлаки, и все-все-все. То есть вот их глазами я не ожидал такого. Что люди со стороны посмотрели на все наши тысячелетия, на эти иконы, где с нами Бог или с нами Бог, там, неважно, мочим всех, сегодня он с нами, завтра он с ними.